Доброго утра и отличного настроения желаю всем, кто начинает свой день вместе с программой «С 7 до 10». Сегодня я хочу поделиться своим мнением о фильме «Смертельные иллюзии». Знаменитые иллюзионисты братья Романовы прославились своими шоу на всю страну. Наступает момент, когда из-за множества противоречий братья принимают решение закончить совместное выступление. И уйти фокусники хотят красиво, дав грандиозное прощальное шоу. Но буквально в первом же номере шоу выходит из-под контроля, когда ассистентка оказывается в заложницах у некоего таинственного врага братьев. Позже представление идет уже по сценарию недоброжелателя. И все шоу превращается в некую игру на выживание и опасную ловушку сразу для нескольких участников зрелища. Фильм «Смертельные иллюзии» – безусловно свежий глоток воздуха в жанровом разнообразии российского кино. И, разумеется, в первую очередь у зрителей возникает вполне закономерный вопрос. А не пародия ли это на голливудский проект «Иллюзия обмана»? Попробуем разобраться. Креативными продюсерами ленты выступили известные иллюзионисты братья Сафроновы. Собственно, именно с них сценаристы и списали образы главных героев. И присутствие в проекте Сафроновых, безусловно, пошло ему на пользу. Фокусы получились интересными и эффектными. Хотя, на мой взгляд, с добавлением компьютерной графики несколько переборщили. Актер Павел Чинарев рассказывал, что перед съемкой фильма ему даже для большей правдоподобности пришлось пройти подготовительный курс, связанный с пластичностью рук. Так, как абсолютно у всех иллюзионистов, пластика рук сугубо индивидуальная и самобытная. Что касаемо сюжета. Конечно, копирования сюжетных поворотов нет. Хотя, как и у голливудских иллюзионистов, присутствует некий таинственный орден фокусников. А высказывания главных героев вроде «такого еще никто не делал», «мы первые в мире», «давайте покажем этим американцам, на что мы способны», наталкивают на мысль, что весь проект и есть некая попытка доказать, что мы можем не хуже, чем они. В целом же сюжет получился очень даже интригующий. Несколько напряженных моментов и неожиданных поворотов не дадут зрителю заскучать. Яркая и красивая картинка, симпатичные главные герои и неоднозначная романтичная линия в центре выглядят очень современно и хорошо вписаны в общую канву истории. Нужно отметить, что авторы очень подробно раскрыли характеры всех троих братьев. Старший ощущает себя самым главным и не готов уступать первенство. Средний наиболее рассудительный и устал от этого общества и мечтает создать семью. Младший же грезит о мировой славе и богатстве и мечтает выйти из тени старших, и ради этого идет на безумство. Часть сюжета строится на конфликтах между братьями и постоянно всплывающих закулисных тайнах. И именно благодаря этой напряженности в отношениях интрига сохраняется до самого конца. Подведу итог. Цель «Смертельных иллюзий» — на 2 часа увлечь зрителя красивыми фокусами через интересный детективный сюжет. И можно сказать, что цель достигнута. А сейчас я предлагаю ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в югорском кинопрокате. Это спортивная драма «На острие», комедия «Искусственный интеллект», триллер «Линия горизонта» и фэнтези «Питер Пен и Алиса в стране чудес». Технологии постоянно наблюдают за нами, изучают каждое наше движение. И сейчас их внимание приковано к Кэрол Питерс. Я уничтожу планету, просто взорву ее. Ты сказал, взорвешь? Там «В»? Как «В»? Вода? Как весельчак? Да, «В», «В», «В». Бог ты мой! Мы потеряли пилота. Автопилот сломан. Мы не знаем, где мы. Нам не посадить самолет. Алло, кто-нибудь меня слышит? Это сигнал бедствия. Вырастать, Алиса. Никогда не время. Питер? Вот увидишь! Питер Пен и Алиса в стране чудес. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы с 7 до 10 в социальных сетях. Всем приятного просмотра!